Йоу-йоу, всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, и это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем новый альбом группы Grabs. Совсем недавно я вспоминал о группе, типа, чего, куда они пропали, то они бац, и внезапно вот так вот выпускают альбом. Давайте заценим. Но первую песню мы уже слушали, я делал реакции на клипы. Поэтому давайте пойдем дальше. Дебютный альбом, считай, новых грибов. Шикарные пацаны вообще. Полный зашквар, чуваки, нет. Но на самом деле это полный зашквар. Два. Несправедливо. Бузову. Ну, в общем, у них в текстах есть отсылочки к известным каким-то трекам. Это стопудняк вообще. Типа, как штука называется-то, я не помню. Интерполяция, типа того. Окей. Было бы забавно, если бы тут еще была совместка с Keystoner'ом, допустим. Просто было бы забавно. Капец, надо тексты смотреть, в общем. Жесть какая-то. Low life. У них тут и хаусец, и брейкбит, и драм энд бейс какой-то. Может, джангл даже где-то, да? Вот. И звучки такие забавные. Музыка, которая была когда-то популярна. 2000-х, нулевых. Ну ок. Кто-нибудь когда-нибудь говорил такое вообще? Ты манишь как Макдоналдс. Ололо лайф. Не, клево, прикольно. Грибом будь. Ну качает же, качает, чуваки. Фейк. Слушайте, мне сейчас кажется, то что, ну, 17 треков что-то как-то многовато. Может, мне только кажется. Посмотрим. Что-то как-то вот этот интересно звучал. Тоже отсылка как будто, ну, я... Знакомая мелодия.
И это знакомо. Ладно, я там ошибался, ну просто очень чуть-чуть напомнило, вот так скажем. Немного непонятно, о чем в некоторых песнях. К сожалению, текстов нет на Genius, а в телефоне не хочу смотреть. Но думаю, то, что когда буду слушать второй раз альбом, то можно будет заценить. Ну, альбом такой здравый, в общем, его можно будет гонять в наушниках, когда чем-нибудь занимаешься или нет. Вот, ну рынок, чё? Так, скит. Прикольно. По ремонту уже слышали. Поищите на канале реакции. 9.11. Эй, эй. Блин, звучок вообще прикольный. В Apple Music в 8-м ошибка слова. Жирно, так мощненько, годно, неожиданно было. Я говорю, у них здесь вообще все абсолютно просто по музлу. Все такое андеграундное сейчас, мне кажется, уже. Фу. Так, автомобиль. После, ну, такой контраст вообще жесть. Так, тут барабаш, оказывается, есть трек. Интересно послушать будет его. Прикольненько, прикольненько, пацаны, прикольненько. Каракум слушали, идем дальше, барабаш. Я правый глаз, ты левый, на части тела. Тут больше игра слов, я видимо. What the fuck? Мне кажется, только самим пацанам понятно, что о чем здесь вообще. Бардаш барабаш. Мне казалось то, что я услышу здесь фамилию Бардаш. Бардаш, не знаю как. Пацаны, высверлите мозги мне скоро своей музыкой. Ну, музло нравится пока. Все-таки, мне кажется, альбом можно было сделать короче. Блин, ну музло крутое в некоторых местах. Ну, не во всех песнях, в общем. По-любому этот альбом можно слушать либо куда-то, когда идешь, либо когда едешь. Скорее всего, даже больше, когда ты едешь куда-то. Либо на пробежке там. По сути, тут таких прям коммерческих и нет песен, типа того, то, что было раньше. Но и этим прикольно даже. Круто. Короче, я так думаю, за музло тут отвечал за ВДСК. Да? Респект. Будьте Мичи. Так, ну что ж, ну и давайте контракты уже мы слушали, опять же. А грэпс, вот Боб, нет, давайте заценим клип. А можно я почитаю рэп?
Бобе. Короче, я клип-то не смотрел, я читал текст, но по сути клип простенький и забавный, и странный. Так, ладно, давайте подведем итог по поводу альбома. Прикольно, вот что я могу сказать. Пацаны однозначно красавцы, конечно, очень круто. Я просто искупался в этом андеграунде. Здесь, да вообще тут и где-то и Beastie Boys напоминает, и Cypress Hill, да вообще много кого абсолютно, и что-то от Prodigy, и вот вся эта хаус-тусовка, и drum and bass тут. Вообще, короче, я просто, у меня голова сейчас разорвется, наверное, но я еще раз это прослушаю. Выделить какие-то прям очень крутые треки, я даже не знаю, как. Ну, фейк мне прям очень понравился, такой грибом будет. Не знаю, надо будет еще заценить, послушать. Вы тоже напишите в комментариях, какие песни вам больше всего зашли. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Вот, ну и все. Всем спасибо, всем пока. Check it out.